отправляемся в поход. Так. Самое важное здесь выдержка. Пропустить колонну полностью, не открывая огонь по ней. Главное, чтобы меня не выдали мои эти боты. Мы вроде так в кустах сидим, нормально. Опа, 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 опа. Первый танк идет. Ну-ка, заметил ты нас или нет? Остановился почему-то. Почему-то встал. Плохо. Чуть не ладно. Важно не спугнуть колонну, иначе она развернется в боевой порядок и пойдет в атаку на село. Тогда смогут подбить запросто. Так, колонна пока стоит. Начала движение. Это, видимо, головной танк. Едет, проезжает метров 100-200 впереди колонны, занимает позицию, ждет колонну. Валятся, он, видимо, там колонна пошла. Половина танков еще по лесу пойдет. Кто-то доложил о засаде, по-видимому. Кто он уже слишком опасно тут подобрался. А нет, все. Не видит, по-моему, нас. Опа, видит. У меня открыли огонь. Так, 600 метров. Готово. Башню. Блин, надо валить отсюда. Готово. Готово. Так. Готово. 700 метров. Чехашист. Гранату. Ах, хорошо. Лобешник нам зарядили. На. Ты тоже жив. Готово. Попали. Готово. Ладно. Стоп-машина. Блин, не гусеницу подбили. Перебила левую гусеницу. Черт возьми. Все, нам бегает. Thank you.
еще перекрыли. Готово. Сейчас точно заберемся. Какие прочные эти ПЗшки четвертые. Выдерживают попадание. Вот. Готово. Готово. Оторвало ему башню. Оторвало башню, так. Стоп, гусеница слетела. Просто хотел повернуть. Жопа. Подбили нас. Зараза. Неудачно встал. Тут пробили лобовую броню под механиком. Водителем в борт пробили два раза. Понятное дело. Так, ладно. Давайте заново. Thank you.
деревья Дуглас. Поехали на третью передачу. Врываемся всего. Бронебойным заряжай. Готово. 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 Осколочным заряжай. Черт. Блин, игрушка вылетела, что ли? Ай. Чертова игрушка. Старенькая подлюка. Чтоб ты сдохла. Чтоб ты сдохла. Тундру? Да ну в тундру. Здесь хардкор. Не, ну в тундре может танчики тоже красивые, конечно, не спорю, но... Здесь ловушка на тигра. Не знаю, нет, вот мы, вот, кстати, постоянно разговор у меня на стриме насчет танчиков, да, по тундре. Вот такую, вот так вот я хотел бы, чтобы выглядел симуляторный режим. То есть, чтобы вот механик-водитель, да, там командир и наводчик, и вы смогли вот так вот переключаться между видами, без внешних видов. То есть, я вам внешне показал просто танк, просто чтобы вы увидели графен 2005 года. Хотя очень даже неплохо выглядит, согласитесь. Вполне себе 3D-моделька такая аккуратненькая для того года. Плюс отрыв башни тут реализован. Еще до картошечных танков. Под погон попадаете, и башня взрывается с такими мощными искрами. Как там выглядит? Там хорошо выглядит, достаточно очень. Даже прилично. Просто... А, ты не что, как там вид? Там вид вот так вот. В симуляторном режиме почти вот такой вот вид. Вот как я сейчас показываю. Только чуть-чуть вперед. Как будто вы на табуретке на башне сидите. Так, ну ладно, пока тут.
Проверим проходимость. Четверочки. Второй передачи надо валить деревья. Тундер нельзя валить деревья, наезжая на них так с пробуксовочкой на полных оборотах. Давай. Нет, Абакан. Вот пускай вот так вот сделаем. Вот. Смотровые щели. Пожалуйста, вот смотровые щели. Командирские. Плюс бинокль. Можно включить. Вот бинокль. Вот смотровые щели. Вот механик водитель. Вот открываем. Почему вот так же не сделали? Ну это же симулятор. Ну, допустим, в тундре именно. Вот, пожалуйста, прицел. Настройка прицела. Вот. Видите, по метраж. Почему вот это не реализовать, тоже не понятно. Может все сделать еще со временем. Я просто говорю, что меня вот сейчас не устраивает. В чем тут Абакан? Не играем. Я же говорю про симулятор. Там же три режима, да, или сколько там режимов? Аркада, история и симулятор. Пожалуйста, это же хардкорный режим-то надо сделать. И что? Получается два вида истории, а не симулятор. Масса. Понятное дело, что мы вообще в симулятор масса не играют. Поэтому как раз один хардкорный режим можно сделать, вот такой вот, реализовать. Вообще, какие атмосферные бои были, согласитесь, тут, если вот так вот игроки играли. Хрен там что попадешь, хрен что прочитаешь. Так, особо мало оборот. Да, поехал. Блин, мышка летела. Мышка зависла, падала. Бывает. Готово. Стоян. Привет. Привет, Токсикус. Готово. Попали. Какого черта в нас готово. Попали? Кто попал? Заряжай. Готово. Мне башню повредили. Да ты собака пак вонючий. Это хардкор. Хрен мы пройдем эту миссию. Куда меня пробили? Под погон? Не, в башню попали четко.
Напарники чертовы даже не помогли. И вновь продолжает с собой. Что-то типа тундра, симулятор. Не очень сложный симулятор, но все же симулятор. Да, вообще да. Если под погон попадаешь с пробитием, то может даже башню оторвать. В тундре вообще класс. Я вообще никаких плохих слов про повреждения в тундре даже сказать не могу. Там вообще просто мечта танкиста, как там реализовано это все. И видеосъемка даже показана, как пробитие там просто шикарно. Можно сказать о таком, когда мы играли в картошку в свое время, только о таком мечтали. Там это на высшем разряде в тундре. Реализовано, это по мне так, по тем видеоклипам, которые я смотрел, всякие веселые моменты, там тоже осколок какой-то отскочил от земли, куда-то еще, туда-сюда, пафик, вчера скидывал, пробил сквозь пушку там какого-то командира танка, убил и так далее, в общем. У меня претензии в тундре только к виду симулятора, все. Внешний вид. Там учить внешний вид и все. Только на симулятор, скажем. Дело-то не легко привыкнуть, дело в том, что ее надо менять, да и все, зачем привыкать к плохому. Игра-то вообще супер. Зачем, как бы, вот этот недостаток оставлять в симулятор? Я говорю, исключительно только за симулятор. Что летают. Эту башню крутит. Стоять. Готово. Готово.
Осколочным заряжай. Высокая температура двигателя. Готово. Где вот эта высокая пушка? Температура двигателя. Ну отключи его. С высокой температурой. Шкерится. Фашист. В засаде сидит. Так, фрицы убегают. Готово. Все. Накрыли пехоту. Готово. Так. Пушка-то где? А, так вот она родимая стоит. Ну это одна из. Пак. 43-й, по-моему, даже. Готово. Так, ну тут пехота полегла от фугаса. Пушку можно дальше добивать. Для профилактики в кусты поставить. Готово. Успел до второго выстрела подавить. Жесть. Готово. Все. Готово. Это командир. Херня страдает. Так. Занять хорошую позицию, но этот раз я даже не знаю. Скорее всего, в селе буду заниматься. Что мне не понравилась та позиция. В лесу, помните, когда нас тигр стрелял.